Ну а теперь посмотрим на учеников Нины Мозер и Владислава Жалнирского, и Игоря Чудина, и Рамиля Мехдиева. Произвольную программу этим спортсменам поставила Елена Масленникова. Песня, под которую катаются спортсмены, называется «Мельница твоей души». Очень мощное начало было этой произвольной программы с такого каскада прыжков параллельных. И за этот каскад ребята набрали шестую часть вообще потенциальных заработанных баллов. Это был каскад, по-моему, тройной флип, сразу же двойной аксель и двойной тулуп.
Ну, Екатерина Гениш и Дмитрий Чигирев действительно очень здорово начали, обладают очень солидным прыжковым потенциалом. Вот с выбросами не заладилось немножко в этой программе. Да, возник вопрос, даже не по поводу первого выброса, который был. Профессиональным праздником. Вот, вновь-вновь поздравляем, конечно же, наших дорогих учителей, весь тренерский коллектив с днем тренера, с днем учителя. Ну а сейчас на замедленном повторе, вы знаете, выброс тройной флип, действительно он был, да, он, конечно, был сделан с помаркой, но вот интересно, следующий выброс был всего лишь двойной ридбрегер, интересно, почему? Давно мы не видели двойных выбросов, а сейчас на повторе как раз вот тот очень сложный, сложная комбинация прыжковая. Параллельный тройной флип, двойной аксель, двойной тулуп. И параллельный тройной ридбергер очень здорово исполнен. Смотрите, как синхронно чуть-чуть выпал в последний момент партнер, но в целом оставляют очень приятное впечатление эти спортсмены. Мама, папа, Надя, Вероника, Тимофей. Привет. Что же, борьба ведется сейчас между двумя дуэтами, которые уже завершили произвольные программы, за то, чтобы остаться выше соперников. Разница, напомню, была ровно 1.5 балла между Гениш Чигиревым и Шагай Шамшуровым. Петербуржцы свое выступление уже завершили, их оценка нам известна, почти 118 баллов за произвольную программу, 182,13 балла. Их итоговый результат, но сейчас мы совсем скоро узнаем, что же получат Екатерина и Дмитрий. Еще не успели отдышаться фигуристы, все-таки очень много сил там остается на льду. Было бы неплохо узнать, на каком пульсе заканчивают свои выступления спортсмены, лишь вот так по опыту. Никогда не мерил? Нет. Нет? 200 там или за 200 пульс? Нет, померяем в районе 18 марта следующего года, когда будет шоу-турнир. Это новшество, которое интегрирует в сетку всевозможных соревнований Первый канал. Там мы померяем. Ну, лучше бы, знаете, померить не после проката, а до. До, да? Чтобы выяснить, можно вообще на можно вообще выходить или нет. Ну, а мне сейчас очень приятно видеть, что и Владислав Жавнирский, и Игорь Чутин помогают Нине Мозер продолжать тренировать, находить мотивацию. А ей самой, наверное, очень приятно видеть оценки учеников, потому что сейчас отрываются от Шагай Шамшурова эти фигуристы.